Очередная трагедия в Актау. Сегодня во второй половине дня автомобиль насмерть сбил мужчину. Причем происшествие произошло прямо на пешеходном переходе на дороге в 11-м микрорайоне рядом с торговым центром «Заман». На кадрах видео, размещенном на сайте газеты «Лада», запечатлен момент столкновения. От удара мужчину подбросило и перевернуло в воздухе. От полученных травм несчастный скончался. Материал зарегистрирован по уголовной статье. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется досудебное расследование. Водитель водворен в изолятор временного содержания.